Вести из Новотеберды. Аульчане пожаловали, что живут у чистейшей реки на планете, но в домах нет воды. Если даже бывает, то с большими перебоями. В проблеме разбирался Аслан Гирюгов. По словам жителей, вся проблема заключается в источнике, из которого вода поступает в трубы. Сначала она должна собраться в трубах, а потом дойти до каждого дома. Но так как часть жителей живет выше, то вода до них практически не доходит. Изначально казалось, что проблема в самом водопроводе, но он был полностью заменен еще в прошлом году. Водоснабжением очень трудное положение у нас. Сутками воды не бывает. Вот посмотрите, заходите, вот видите, эти даже пожарные, это пустой у нас. Нету воды. И иногда ночью в 11 часов бывает, и то капельки. Набираем как можем, ждем утром в 5. В 4-5 часов встаем и набираем на ведра, на эти воду. Почти сутки, полчаса бывает. Только три, вот около года, только три дня подряд шла вода. Больше нету. Зимой ходим, ищем, где, что находим. Флягами, канистрами ходим и тащим воду. Помимо этого, было отмечено, что очень много воды уходит на полив огорода. Многие жители в Теберде сажают капусту, и это требует стабильной поливки. Капусту сажают, например, поливают. Ну, каждому надо, их тоже винить нечем. Понимаете, вот совет, сельский совет, например, тоже свое дело делает. Он ходит, везде бегает, бедный тоже. Ну, воды не хватает нам. Как-то этот вопрос надо решить по-другому. Выслушав жителей, мы отправились в администрацию села. Глава населенного пункта Хусей Шидаков пояснил, что мощность родника составляет примерно 50 литров в минуту, а у самого обычного крана от 15 до 20 литров. И для такого большого количества домов этого недостаточно. И для нормального поступления воды нужна водонапорная башня. Что касаемо самой системы водоснабжения, у нас трубопровод на 90% новый. Новый, ему года нету. Мы его поменяли в октябре-ноябре. Мы обращались и вот в разные, в ЖКХ, по-моему, обращались, ну, в Минстрой, в Черкес, с просьбой этой. Ответа еще не последовало. Но, насколько я знаю, единственный вариант исправить данную ситуацию – это построить водокачку и в общую систему запитать и качать воду с речки. Аслан Гирюгов, Роберт Жукутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Новая Теберда.